а горло делом занят, а ночь гитаре посвящает, достоинство нисколько не страдает. Это не жизнь, не жизнь, а вечный праздник. Молчи об этом, ни слова. Меня не знают здесь, в Севилье. Я не хочу быть узнанным. На это есть у меня причины. Направо однажды встретил я красотку. О ней узнал я, что некий доктор отцом ее зовется. Живет ученый муж вот в этом доме. Я влюблен в нее страстно. Забросил и за ней я вслед приехал. А здесь и днем, и ночью вечно скитаюсь вдруг этого балкона. Вот этот случай, дочь доктора, поздравляю. Черт возьми, вы счастливец, ведь цирк вам сам валится в макароны. Как так? Верно, в этом доме и парикмахер, и хирург, аптекарь, и ботаник, и я подчас ветеринар. И дома управитель. Вот удача. Скажу вам, что красотка вовсе не дочка доктора. Для нее он лишь воспитатель. Ну, вот так утешение. Сеньор, тише. Что-то... Дверь отпирают.
жизнь моя, любовь моя и радость. Я наконец-то вас вижу. Гудеть стыдно, но письмо передам я. Ну что, Розина, тепла ль погода? А это что такое? Ах, сеньор, так пустое. Слова из арии известны. Напрасная предосторожность. Прелестно, напрасная предосторожность. Плутовка! Что такое? Какая осторожность? Вот мило зовется так большая пьеса. Понятно вам? Ах, пьеса? Ну, прекрасно. Ах, вот досада, мой листок упал. Поскорее не сойдите. Мигом, мигом. Скорее. Я понял. Поскорее. Не тревожьтесь. Ну, где ж листок? Ах, ветер его уносит, поглядите. Не вижу что-то. Ах, синьорина, что за шутки, проклятие? Она меня дурачит. В дом войдите скорее. Слышите ли вы, что говорю я? Скорее уйдите. Слышу, слышу, Мацанюка. Дверь балкона я велю заделать. Ну, живее. Ах, вот жизнь-то просто мука. О, милое создание, положением бедняжки тронут я бесконечно. А скорее прочтите, что вам пишут. Прочтем мы вместе. Ваше безудержное внимание ко мне возбуждает мое любопытство. Сегодня опекун мой отлучится из дома. Найдите средства, чтобы сообщить мне ваше имя, положение и намерение. Я могу появляться на этом балконе только в сопровождении своего опекуна. Будьте уверены, я согласна на все, только бы разорвать эти цепи. Несчастная Розина. О да, мы разорвем. Но расскажи мне, что он за птица, твой сумасбродный доктор. Старик сварлив ужасно. И скуп он, и ревнив, и ворчлив. Лет 100 ему не меньше. А все не прочь поволочиться. Его я понял, чтоб наследство Розины ловко прибрать к рукам. На ней жениться старый леший задумал. О-о, ну тише! О, двери отпирают. Домой я скоро возвращусь. Никому дверь не отворяйте. А дом Василий у меня пускай дождется, коль придет он. Скорее бы свадьбу сыграть, пока не поздно. А, сегодня ж все устрою. Сегодня брак вступить с Розиной хочет шут старый полоумный. Но мне ты не сказал, кто этот Дон Базилио. Он первый сплетник здесь, погряз в интригах. Делишках темных всегда спешит куда-то, а вечно без гроша. Он обучает музыке известную вам девицу. Теперь я знаю, знаю все, что нужно. Подумать надо вам теперь о Розине, ее исполнить просьбу. Я не хотел бы ей открывать, кто я. Тебя о том же прошу я. Ах, пусть во мне полюбит человека, а не богатство и не титул графа Альмавивы. Ты мне поможешь? Я? Нет, сеньор. Здесь действовать должны вы сами. Я сам, но как же? Начните консонету словами песни. Все, что надо, вы скажете, сеньор. Теперь консонетку. Точно так. Вот вам гитара. Начинайте. Но я... Скорее решайте. Ну что ж, посмотрим. Ах, я, Линдор, друг тебе не
слышите, и дело ясно. О, как я счастлив! Красотка, слушать вас согласна. Не сулю горы злата тебе я, и мисам твой Линдор не владенье. Ах, но любить тебя жарче нежнее, да жарче. Я люблю я безумно, а чтоб не стало, хочу ее видеть, говорить с ней. Скорее придумай, как войти сегодня ж мне в дом к Розине. Мой друг, я жду, сомнения брось, за труд свой будешь ты золотом осыпан. Готов я, ах, если б знали вы, сколько новых сил чудесных во мне рождает одна лишь мысль о плате. Что получу за службу Линдора? Мысль одна — добыть металла, властелина жизни всей. Постоянно превращала разум мой вулкан идей. Да, мысль одна — добыть металла, постоянно превращал разум мой вулкан. Да, мысль одна добыть металла, постоянно превращал разум мой вулкан. И день, да, разум мой вулкан, и день, разум мой вулкан, и день, вулкан, и день. Ну, посмотрим, сколько силы вдохновения. Вознаграждение. Что за чудо, измышление? Нам мизернит, твой вулкан. Да, что за чудо, измышление? Нам мизернит твой вулкан. Да, да, что за чудо, измышление? Нам мизернит твой вулкан. Что нам Сеньор, что я придумал, нарядитесь вы солдатом. Нарядиться? Да, сеньор мой. Не солдатом, ну что ж потом, Город-полк сегодня вступит, Да, ну, с полковником знаком я. Очень рад. Чему же? Внимание! Доктор вас принять обязан, как солдата на постой. Ну, скажите, вы, сеньор, что хорош, мой план простой. Мысль прекрасна, нет сомнения, Мне дано, как нет ваше мнение. Нет сомнения, ладно,
стойте! Не мысль, а чудо, вот что золото в уме моем родит. Притвориться, да, будто пьяный вы, сеньор мой, нам лежит. Будто пьяный я, да, сеньор мой, будто пьяный я. Ну что ж потом, что ж потом, что ж потом, что ж потом? Ох, миллион, вернее, тот подозрение отведет. Опекун, поверьте мне, вам доверится вполне. Опекун, поверьте, поверьте вы мне, вам доверится вполне. Что, сеньор мой, что, сеньор мой, на колени? Мне дано и не дано, как ваше мнение. Мы с прекрасной, нет сомнения, нет сомнения, надо, 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 средство найдено. Да, да, мы с прекрасной, нет сомнения, нет сомнения, надо, 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 средство найдено. Нет сомнения, лава, средство найдено. Нет сомнения, лава, средство найдено. На счастье Сайроко, но еще узнать не надо, где тебя я встречу. Если ты мне будешь нужен, как мне дом твой отыскать? Вон, смотрите, там левее, дом мой трудно вам не узнать. Выйдите за угол, дом номер 8. В окна стучите, милости просим. Вот вам примета, в нише на кухне красная шляпа, белые букли, синюю брызгу видно отсюда. Мыло полада, нега и чудо. Дом мой найдете вы без труда. И днем, и ночью прошу вас очень, в любое время, в любую пору, со всем вниманием, со всем старанием, готов служить я всегда сеньору. Дом номер 8, милости просим, быть вам слугою рад я всегда. Дом номер 8, милости просим, быть вам слугою рад я всегда. Понял, отлично. Ну так за дело. Будь осторожен. Верьте мне смело. Верно служи мне. Как же иначе? Милый мой Фигаро. Желаю удачи. В дом твой войду я. Чтоб заплатить мне. Да если будешь верно служить мне. То не тревожи, сеньор мой, а то отлично дело мы проведем. Как мое сердце бьется тревожно, золото слышу, звон благодатный. Но обладеть им лишь силой мне можно. Скоро польются деньги в карман. Готов на все, я, сеньор мой, знат. Я слышу деньги по богатам. И дождь дукат, и дождь дукат. Польются щепки ко мне в карман. Я слышу деньги по благодатный. Знаю я, скоро-скоро дождь дукатный. Сейчас придет, и польются дождь дукатный ко мне в карман. Счастье так близко, золото слышу я, звон благодатный. Но добыть его хитростью лично. Скоро польются деньги в карман, готов на все, я сеньор, мы знаем. Я слышу деньги за благодатный, дождь дукатный, дождь дукатный. Польется щепки в карман, золото слышу за благодатный. Только будто остался польются щепки в карман. Сколько польется Скалы наш план, скалы наш план, скалы наш план, скалы наш план, скалы наш план.
Я скоро. Я буду ждать вас.
Ах, распроклятый Фигаро! Мошенник, подлец, мерзавец, бандит, убийца! Лишь пришел, так снова брань! Можно ли быть подлее? Дома людей почтенных в больницы превращает, больных не лечит, только в гроб их вгоняет. Синьорина, вы цирюльника не видали? А что? Мне знать об этом надо. Не в подозрении ли вас он? Да, может быть. Так знаете же, сеньор, да, говорила с ним я утром, признаюсь, слушать Фигаро люблю я очень. Он весел и притом умен, лоб не от злости, старый шут проклятый. Милану своенравна, я влюблен, она ж смеется надо мною. Наверное, цирюльник наклеветал на меня. Ах, постой, цирюльник подлый, поплатишься ты мне. А, Дон Базилио, вы явились к знати. Ох, решил я, во что бы ты ни стало. Немедленно с Розиной повенчаться. Что скажете вы мне? Скажу прекрасному лицу. Явился к вам, и я с предостережением. Но по секрету, вот в чем дело, граф Альмавива здесь. Как? Таинственный поклонник моей Розины. Вот именно. Черт возьми, нам надо с ним бороться. Ясно, но лишь под сурдинку. Как это так? Должны без промедления про графа Альмавиву пустить мы слухи в городе, как будто граф, ну скажем, проходимец и что-нибудь похуже, и он погибнет, по мнению всей Сибири. Убеждены вы? Конечно, моя система безупречна. Так вы хотите? Но ведь клеветой... Позвольте, знаете ли вы, что такое клевета? Нет, но впрочем... Нет, так слушайте со вниманием. Клевета. В начале сладко ветерочком чуть-чуть порхает и как будто вы украдкой слух людской едва ласкает и журчит, как ручеёк, как ручеёк. Тихо, тайно, полегоньку проползает суду-суду. Незаметно потихоньку, незаметно потихоньку, постепенно всему люду. Умы сердце наполняй, Иисус уста летает, Иисус уста летает, Иисус уста летает, как затверженный урок. Засиеет с каждым часом, покупает толкование. Вот гремит уж общим глазом, стало общим клеветанием. Вот как буря разразилась, загремела, покатилась, и утешною волной пусть весело нарастает, уже все трепещут люди. И как бомба разрывает, и как бомба разрывает. Потрясай!
край, и метав все потрясай, и колеблет мир земной, и конопа разрываясь, клеветав все потрясай, и метав все потрясай, и колеблет мир земной. Тот же, кто был цель гонения, претерпев все унижения, погибает в общем мнении пораженный прелетой. Тот же, кто был цель гонения, претерпев все унижения, погибает в общем мнении пораженный прелетой. Погибает он в семье не пораженный клеветой, погибает он в семье не пораженный клеветой, а клеветой, а клеветой, а клеветой. Ну, что вы скажете? Да, хорошо. Но мы теряем время, а для вас медлить опасно. Так, да вот что предлагаю. В мой кабинет пойдем, и там займемся делом, чтобы свадебный контракт был готов сегодня же. Когда и мужем стану, тогда найду я средства всех отпортить. Господь влюблённых, о том я позабочусь. Вам помогу я, не будьте только скупы. И старый шут задумал, жениться, ну посмотрим, удастся ли затея. Вот и Розина. Что сказать, вы мне хотели Фигару? И снова синьорина, хочу сказать я, опекун ваш милый не хочет медлить и серьезно грозит на вас жениться. Сейчас он в кабинете вместе с доном Базилио контракт готовит брачный. Но ошибся же, глупец, ведь в этом деле я значу что-нибудь. Скажитесь, сеньор Фигаро, с кем это вас я видела сегодня здесь под балконом рано утром? А с моим кузеном. Человек он превосходный, с добрым сердцем, к тому ж не глуп. Приехал он кончать образование, бедняга здесь счастье найти мечтает. Ах, что мне здесь он найдет? Я сильно сомневаюсь, признаться должен, что есть в нем недостаток. Как недостаток? Ах, важный, он до смерти влюбился. А имя? Та особа зовется Р.О. Ро. Зей. Зей. Рози. Н.А. На. Розина. Это я. Ах, вот и лесно. Это я. Стойте, стойте! Как Линдора повидать старее нас?
Подождите, очень скоро сам придет сюда он там. Подождите, очень скоро сам придет сюда он там. Очень скоро, так я буду осторожней быть на воду. Что же ждет, чего же ждет, от нетерпения я умру, чего же ждет? Ждет, сеньоры, позволения, чтобы знак ему вы дали. Ой, две строчки написали. Хоть две строчки б написали, он тотчас вам придет, тотчас, тотчас, он к вам придет, он тотчас, да, он тотчас к вам придет. Что ж, решайтесь. Нет, мне трудно. Почему же? Безрассудно. Два-три слова. Нет, не стыдно. Стыдно вам, ну чего ж, чего ж, где у вас бумага перья? Перьев нет. Но есть письмо. Как? Уж готово. Вот так штука, дело так пойдет у нас. Скучая ждала она, наконец дочиста. Видно, хитра стена лука с дня рождения рвалась. Женщин разгадает, как не понимает, кто вас женщин разгадает, как не понимает, где вас. Когда ж мне ждать недорого? Он придет, очень скоро он придет. Нужно мне быть осторожней. Очень скоро он придет. Чертила я цветочек для альбома.
знакома. Цветочек. 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 Ах, Волгунья. Моё. Узоте. Поверьте. Господи, молчать. Сеньор. Молчать. Ни слова. А не даром Бог тарзанкий. Там не ясно, все мне видно. Не домолвки, а домолвки, извините, так стыдно. Не домолвки, да, домолвки, синьорина, стыдно вам. Стыдно, 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 стыдно. Не по нраву пришелся вам урок мой горький, это мне видно, 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 видно. Не родитесь по пустому, обмануться я не дам мне. Не надейтесь по пустому, обмануться я не дам. Я не дам, но так зорки, и отлично мне знакомы. Все уравки, а дорожки, я вам так не дам сама. Я вам так не дам сама. Я вам так не дам сама, не дам сама. Ну, признайтесь, без притворства. Я простить вас смогу вполне. Уж молчите из упорства. Уж молчите из упорства. Знаю я, что делать мне. Знаю я, что делать мне. Если мне случится снова вас одно оставить дома, если мне случится снова вас одно оставить дома, то вас весьма знакомы, снова мне приказ отдам. Ваши хитрости знакомы, я замкнусь от дяди дома, чтобы вот тут даже воздух. Не сумел пробить в дом, не возьму на сожаление, попроси мой единение, не возьму на сожаление, попроси мой единение, попроси мой единение, так как право, пропустили, поступи, приведется вам, я поступи, приведется вам. А меня посещали, не считайте права знакомых. А меня посещали, не считайте права знакомых. А полезно без сомнения посидеть в уединении, посидеть в уединении под надзором, под замком, под надзором, под замком, под надзором. Я слышала здесь в комнате, сейчас был шум и спор. Я полагаю, это доктор бронил свою питомицу, ему покоя нет. С девицей вразуметь же нельзя. Там стучат. Эй, люди! Сейчас иду. Негодяи! Эй! Что вам надо в нос,
могу вам услужить. Ваше имя, вот подождите, ваше имя, доктор Барольдо. Как Барольдо, как Барольдо? Ах, нет, Бертольдо. Как Бертольдо, как Бертольдо? Убирайся, точно пьян, убирайся, вон болван. Доктор Бартола, доктор Бартола, доктор Бартола! Так чудесно, доктор Барбаро! Добрависсимо, доктор Барбара! Вот прелестно! Вот я-то! Это, впрочем, все едино! Я теряю все, что же делать, кузина? Но при этом положение. Должен я себя сдержать, Значит, доктор, вы знаменитый. Доктор, не шумите. Так обнимемся, друг любезный, так родные. Отвяжитесь. Да! Я врачом своего недаром, я служу ветеринаром. На постой я вам направлен, полюбуйтесь. Вот мой билет. Вот мой билет. Ах, увижу великолепно. Не глухая, не кричите! Семерина, уходите, я ручаюсь за себя! Ах, красотка, подождите! Вы куда сидишь, спешите? Я в казармы! Это слишком! Ведь это ясно! Не спешите, вдруг там просто! Как быть, но... Продолжу мигом! Так иду я! О, нет, мой мир! Здесь квартиры не для вас! Здесь квартиры не для вас! Что такое? Нет, не хочешь! Что такое? Здор, не верю. Доказать могу легкое, что свободен от постоя этот дом. Что же, раз идти мне надо, вот возьмите. Нельзя, он видит. Здесь не видно, вот посада. Вот смотрит. Что ж я гранату найду? Уревница на виду. Пожалуйста, предъявите всего доктор Бартоло. Освобожден от постоя, подписи, печати. Бумажанку взять у вас мне придется на этот раз. Посидел любезный с вами. Вы особо спор со с вами бесполезен совершенно, я останусь здесь у вас. Я осел? Да, непременно. Сударь, выгоню сейчас. Ах, дуэлью вы мне грозите. Что ж, готов я к ней вполне. В руки шпагу вы берите на войне, как на войне. Вот представьте, здесь лужайка. Вы примерно здесь стоите, дам сигнал. Начинай-ка, не возьмите
так прямее, грудь вперед начинает. Стойте, стойте! Почему? Что? Непонятно. Ах, стихи здесь вероятно. Ах, приятно. Мне так приятно, синьорины, быть слугой. Благодарна вам. Благодарна вам. Фу! Это низко. И я уже знаю, там записка дать мне, Стой! Стой! Уронила я случайно, что так прочь, и вот все тайно. Не обманщица, ну только взять лоб, все узнаем вас сейчас. Так, 5 полотенец, 5 простыней, 45 пар дамских панталон. Ах, что вижу? Что за ссору? Так я сердился из-за вздора. Что случилось? Счет от прачки. А вижу два полтинёка. Сеньора, его не без нишла. Ажечка, Рюсина. Слушай ты, злодей завзятый. Что вам надо? Вон проклятый. Негодяй ты, мы злослёзы. Ах, живого сеньора, кровь. Я разделаюсь с тобой, я разделаюсь с тобой. Тише, сеньоры! Что здесь за крики? Что здесь за споры? Около дома пропасть народу. Люди спешались, как на пожар. Лезут на крышу, рвутся к дому. Там у подъезда просто базар. Сеньор, прошу вас, умерьте жар. Это разбойник! Это мошенник! Он тоже будет! Старый бездельник! Сеньор служивый, притом почтенья и уважения к домовладельцу забыли вовсе, но я, поверьте, нять умею важнее сейчас. Выиграть время важно для нас. Изверг проклятый! Дерзкий бродяга! Доктор, увидитесь! Не уступлю я! Сеньор, не злитесь! Нет, не стерплю я! Право довольно! Сори, твоя! Нет, я его разрублю пополам! Yeah.
крик у вас такой? Что за крик? Что за крик у вас такой? Этот пьяный лезет драку, арестуйте за бияку, да, сеньор, да, сеньор. Этот пьяный лезет драку, я в разгаре перепалки, перечерю судам, да, сеньор, да, сеньор. Их перечерю за драку, перечерю в разгаре, кто кого поймет, да, сеньор, да, сеньор, да, сеньор. Да, кого поймет, да, сеньор, да, сеньор, да, сеньор. Оскорбили меня, 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 сеньор, да, Довольно, я все понял, под арест без возражений. Отправляйся, шпагу сдай. Шпагу сдать вам? Нет, сеньор мой. Вот, вот, читай. Так, 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 так
Беды раз, как с ума, беды раз, как с ума, можно так зайти с ума, можно так зайти с ума. Что думать тут? Уверен я вполне, что Альма-Вива сюда послал шпиона с поручением поговорить о нем с моей Розиной. Спокойно быть нельзя мне и в доме у себя. Отца? Эй! Кто там есть? Дверь стучат. Никто не слышит. Да я ж у себя, чего ж бояться, ведь здесь мой дом. Скажите мне, сеньор мой,
кто вы и что вам надо? Дон Алонсо, я музыки учитель, ученик я Дон Базилио. Что ж дальше? Дон Базилио, бедняжка, занемог и поручил мне. Занемог? Проведать надо. Не спешите, он ведь болен, не опасно. Тут подозрительно мне что-то. Пойдемте, пойдемте. Но, сеньор мой, ну что? Сказать хотел я. Нельзя ли погромче? Но. Громче, говорят вам. Ну что ж, как вам угодно. Но Дон Алонзо вас проучит. Сейчас пойду я прямо к графу Альмавиве. Нет, постойте. Что сказать вы хотели? Что граф... Тише, прошу вас. Граф нынче поселился в том доме, где живу с давних пор я. Случайно мне попалось письмецо, как полагаю, воспитанницы вашей на имя графа. Что вижу? Розиный почерк. Дон Базилио не знает о записке. Я за него пришел заняться пением с синьориной. Вам оказать хотел немалую услугу. И в том записка эта помогла бы. Да что вы! Вот мой план. За уроком открыл бы я синьорине, что граф с ней только шутит, что записка любовницею графа мне отдана. А это означает, что граф в душе смеется над Розиной, и тогда... Подождите! Ведь это... Это... Прекрасно! Верю, что воспитал вас Дон Базилио. За услугу сумею я вас наградить, поверьте, очень щедро. Позову я Розину, вы преданность свою мне доказали, и я во всем вам верю. Верьте мне смело. Войдите, синьорина, Дон Алонзо, пение маэстро вам даст урок сегодня. Ах! Что случилось? Я оступилась. Пройдет. Садитесь-ка, прелестная девица, со мною рядом мы пением займемся. Мне Дон Базилио это поручил. Полезен будет очень мне ваш урок. Что споете вы мне? Недавно разучила я рондо напрасная предосторожность. Всегда на языке у вас предосторожность. Я объясняла, что опера так новая зовется. Ну ладно. Послушать готов я. Вот я нашла. Прелестно я начинаю. Если плавно перелить
терпенья, близок час освобождения. Знай, всему есть на свете срок. Придет ли? Без сомнения. О, он не дает, он не дает. Но спросить позвольте, зачем пришли вы? Хотел у вас побрить, как обычно. Пришел сегодня. Но только не сегодня. А завтра мне прийти к вам невозможно. Что так? Работы много. Вернулся полк с маневров, так надо офицеров постричь по моде. Прийти к вам завтра не смогу я. А я уже сказал вам, нынче не хочу я. Нет, что делать? Какая неприятность! Был я сегодня в одном проклятом доме, и там все тоже слышал. Нынче не хочу я, что так не принуждайте. Уже цирюльника меня стесняться надо. Зовите же другого, я вам
не слуга. Что ж делать, раз так случилось? Придется, значит, бриться. В шкафу висит мой халат. Вот, ключ возьмите. Нет, сам пойду я. Ах, если бы попались его ключи мне в руки, я все бы устроил, как найти мне, укажите, сеньорина, ключ от балкона в этой связке. Не трудно, он самый новый. Нет, будет глупо, здесь мне подлого цирюльника оставить. О, сходите-ка вы сами, пройдете коридор и шкаф найдете, а в нем все, что вам нужно. Только не заблудитесь, нет, спокойны будьте, попался, тотчас принесу все, но тело будет в шляпе. Ох, ну и блуд, не он ли отдал графу записку от Росины? По виду он мошенник первосортный. Но меня он не обманет. Чуял я беду. Что там случилось? Ну и тюлень, недаром сердце ныло. О, Фигаро, ты гений, но вот одни вы, скажите мне, Русина, согласны вы, дорогая, моею стать женою? Ответьте. О, Дорендор мой, согласна всей душой. Все разбито, тарелки, миски, блюда, стаканы, чашки. Ну, важность небольшая, еще успел за ключ один я, к счастью, ухватиться. Ведь в вашем коридоре, будь проклят он, не сгинет бита, и голову сломать легко мне можно. Закрыть окна, двери, и даже. Ну, довольно. Так начнем хитрее, начинайте. Что я вижу? Вот не кстати. Он пришел. Ваш слуга, ваш покорнейший слуга. Что за чудо он пришел? Того беды страшней. Но теперь вперед смелей. Да, теперь вперед смелей. Дон Базильо, как здоровье? Я здоров. Чего ж вы ждете с бородой своей колючей? Расставайтесь скорей. С бородой своей колючей расставайтесь скорей. Погодите, не спешите. Он ваш помощник. Что такое? Не беспокойтесь, все отлично объяснил я. Так, сеньор? Я все узнал. Радон Бартоло, скажи. Доктор, надобно бы с вами обменяться мне словами. Дон Базильо, извините, задержу я вас на миг. Я прошу у вас прощения, задержу всего на миг. Дон Базильо, не худо нам спровадить бы отсюда. Я просто все дрожу. Не тревожьтесь, это вздор. А записки сеньорины он не знает до сих пор. Тут плетется паутина, верно, снова заговор. Очень важно, доктор, чтобы не открыл секрет он мой секрет. Мой секрет. Мой секрет. Вышли вы напрасно, вид у вас больной. Вид больной? А вы ужасно, точно мертвы, обледнели. Точно мертвы, и уже.
пустое, черт возьми. О, да пустое, да пустое, для мужчины, да пустое, для мужчины. Тут начало скарлатины. Скарлатины. Вам лечиться бы не мешало. Вам лечиться бы не мешало и в постели полежать. Можь постель под одеяло. Проведите дня три лежа. Я советую вам, может, поскорее лечь в кровать. Поскорее лечь в кровать. Кошелек лежать в постели. Точно все тут. Точно все тут угорели. Доложитесь поскорее, доложитесь поскорее и закутайтесь теплее. Не кричите, слышу все я, мне не надо повторять. Жар горячка, болезнь опасна. Неужели? Да в самом деле, как идти мне? Скройтесь, скройтесь! Доброй ночи вам, сеньор мой! Доброй ночи, доброй ночи! Доброй ночи вам, сеньор мой! Доброй ночи вам, сеньор мой. Доброй ночи, доброй ночи. Доброй ночи вам, сеньор мой. Отправляйтесь поскорей. Доброй ночи вам, сеньор мой. Доброй ночи, доброй ночи. Доброй ночи вам желаю. Доброй ночи, доброй ночи. Доброй ночи вам желаю. Опекун попал в беду. Что ж он медит, что он медит, слово дай. Кричите! Что ж он медит, что он медит, слово дай. Доброй ночи вам желаем. Доброй ночи вам желаем. Отправляйтесь поскорей. Отправляйтесь поскорей. Отправляйтесь поскорей. Отправляйтесь поскорей. Ну что, прошу, Дон Бартола. Готов. Готов. Прогнали! Брависсимо! Розина, Розина, так, не послушайте. Охотно, охотно буду слушать вас. За вами ровно в полночь, мой друг, приду сюда я. Не бойтесь, дорогая, сама судьба за нас придет. Счастливый час я увезу отсюда. Что приключилось? А что там глаз попало, я не знаю. Взгляните,
умоляю! Идуйте, идуйте посильней! Скорее к Дон Базилию. Скажи, что жду его я, что с ним потолковать мне. Кое о чем нужно тотчас, а дом оставить мне нельзя. На то есть у меня причины. Ну, марш скорей. Ты станешь у двери караулить. Затем, нет, я ей не верю. Я лучше сам пойду. Что ж, попробуй сам уберечь свою красотку. Что за дом? С утра до вечера слышишь только угрозы, рыдания, брани, крики. Мне и минуты нет покоя от злобы и скупого старикашки. Что за дом? Что за дом? Всех она с ума. Что поделаешь?
ж с любовью? Сводит всех она с ума, безразличие всех терзая, ум и сердце заражая, нам любовь приходит злая, по себе я это знаю. Ах, несчастью самая, ах, несчастью самая, ах, несчастью самой, без надежды влюблена, без надежды влюблена, без надежды влюблена. Тот на склоне лет полюбит, тот себя напрасно будет. И любовь тогда бывает, лишь отчаянья полна. Ах, да, лишь отчаянья полна. Ах, да, лишь отчаянья полна. Лишь отчаянья полна. И отчаянья полна. Лишь ты отчаянья полна. Значит, с этим Дон Алонсо вы даже не знакомы? Нет, не знаком. Так значит, он подослан графом был. Коварный, хитрый замысел тут виден. Но я могу поручиться, что это был сам Альмавива. Сам граф? Сам граф. Мне кошелек порука. Ну, все равно. Нотариус, увы, сходите поскорее, я ждать вас буду, и мой брачный контракт мы тут же и подпишем. Идти в такой-то ливень, в лужах утонешь. А? Да, к тому же нотариус сегодня приглашен был Фигаро, цирюльник племянницу просватал. Племянницу? Да. Какую? У него ведь нет племянниц. А может быть, решили негодяи этой ночью свой замысел свершить? Нотариуса тотчас ко мне вы приведите. Вот, ключ от двери захватите и отправляйтесь, да поскорей. Не тревожьтесь, в два прыжка я там и тут. Ух. Добьюсь я, заставлю силой Розину покориться мне. Ах, вот что, мыслишка не дурная, ведь письмецо, что послано Розиной к Альмавиве, послужит мне отличною приманкой. Дон Алонсо мошенник, нехотя вложил оружие мне в руки. Эй, Розина! Розина, покажитесь! Ну, где вы? Могу я новость вам открыть о вашем милом? Вас огорчать мне жалко, но должен я вам сказать, что ваш выбор был неудачен. Ваш шутит ваш... Милый шутит над вами, с любовницей своею я докажу вам. О, Боже, моя записка! Дон Алонсо и цирюльник сговорились погубить вас. Вы им не верьте, они агенты Альмавивы, он им за это платит. Они агенты, это правда. Ах, так вот что, ну погоди же, Линдор предатель. Узнаешь, как отомстить тебе Розина. Сеньор, скажите, вы жениться на мне решили твердо? Да, конечно. Ну что ж, отлично, я на брак согласна, но поспешите. Сегодня ровно в полночь обманщик этот гадкий и Фигаро придут. От вас бежать и обвенчаться я хотела. Ах, кровопийцы, я запру все двери. Что дверь, сеньор, можно в окно забраться, ключ будет с ними. На страже встану я!
Но если есть у них кинжалы, дочь моя, вы мыслите теперь благоразумно. И вот мой план. Запритесь вы в комнате своей, а я дозор покличу. Скажу, что к нам в окошко забрались воры. Ах, негодяи, поборемся, посмотрим, чья возьмет. Ну, дорогая, скоро вернусь я. Ах, да сидишь порою, Люси. Боже, если кто знал, как я несчастна. Влезли, наконец. Игорь, дай мне руку. Что за погода? Черт знает, что такое. Прелесть для всех влюбленных. Ну, открой фонарь свой. Где же моя Розина? Сейчас увидим. Вот и она. О, друг мой милый. Прошу, прошу, мальчик и предатель. Безумна была я, поверив вам, твою ошибку исправить я сумею. Знаете, сеньор, что навсегда мою любовь и вы потеряли. Что поняла я всю низость вашу? И я в изумлении. В чем дело, не пойму я. Я вас молю. Молчите! Вы притворялись влюбленным, чтоб предать меня злодейски графу Альмавиле. Предать вас? Так вот причина. Как счастлив я, я граф Альмавива, здесь нет Линдора. Волны.
дышит еле-еле от восторга, обомлели я, помог им в этом деле. Я помог им в этом деле. Я помог им в этом деле, о, талант есть у меня, есть у меня. О, сеньор, но вы со мной. Ах, зачем еще сомнения? Жду ответа с нетерпением. Быть молю моей женой. Быть женою, о, как рада, рада я. Ты согласна? Ах, ты душой. И сбылися. Слышу шаги, как будто. Что ж нам делать, как нам быть? Смелей, Разина, не бойся. Вот и они. Дон Бартоло. Дон Базилио. А другой кто? Эве, нотариус знакомый. Вот и отлично. Все предоставьте мне. Сеньор нотариус сегодня к вечеру просил вас покорно контракт составить брачный племяннице моей графа Альмавивы. Позвольте их представить вам. По собой проект контракта прекрасно все. Позвольте, Дон Бартоло, где он? Эй, Дон Базилио, этот перстень будет вашим. Но я ведь... Для вас же пуля есть в ружье моем. Так выбирайте. Коль так, беру я перстень.
Что же делать? А вот, сеньор, мои свидетели, Фигаро и Дон Базилио, а вот жена моя. И вот! И вот! Мы победили! О, наконец-то счастье узнала я! И вот! Никто не с места! Вот, вот они! Рад я видеть вас, сеньор! Сеньор, это воры! Арестуйте, арестуйте! Сеньор, как ваше имя? Мое имя зовусь я честным человеком. Сеньор, аж это мне жена! Ступайте к дьяволу! Розина сегодня стать моей женою обещала. Обещала, даже в мыслях не имела. Как так? Я обманула. Арестуйте скорее их, это воры. Уж не убийцы. Да, убийцы, так и есть. Сеньор, прочь руки! Кто вы? Я повторяю, прочь руки! Эй, мой сеньор, убавьте гонор! Кто вы? Кто я? Граф Альмавива перед вами! Выходит, даже одурачен! Да, выходит, будто так! А ты, предатель, фальшивый контрабас, бы согласился свидетелем их свадьбы. Эх, Дон Бартоло почтенный, я вам признаюсь, граф приводить умеет такие аргументы, что спорить невозможно. Ну, а я, глупец несчастный, сам ведь помог им здесь обвенчаться тем, что лестницу отнял от балкона. Вот что творит напрасная Thank you.
цветы от благодарных кемеровчан. Цветы от нашего партнера «Связьбанка». «Связьбанк» – связь масштаба и доступности. Постановочная группа спектакля. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик. Заслуженный деятель искусств России Валерий Ермошкин. Хормейстер Нина Степанова. Режиссер-постановщик и балетмейстер Юрий Писаревский. Музыкальный театр Кузбасса имени Александра Боброва.